мы вернулись к старому маркетингу, это раз. Что значит мы вернулись к старому маркетингу? Мы вернулись к 10% в первую линию. Одновременно включился бустер-бонус, который дает вам возможность удваивать комиссию в первой линии. Тем самым также мы сказали, что наши партнеры должны зарабатывать больше. Вот просто больше. Если они работают, они зарабатывать должны больше. Их чеки должны становиться намного больше. Поэтому мы ввели активность и компрессию. Сегодня вы увидели, что мы снова включили 100-евровые пакеты. Все опасения, что вдруг где-то что-то будет дороже или для русскоязычного рынка, или для, например, других рынков, это будет минимальный пакет слишком высокий, они сейчас ушли. Я надеюсь, больше никаких возражений нет. Также мы сделали так, что T-Cash, который раньше начислялся с каждой транзакции, больше не начисляется. T-Cash начисляется только с заработанных рангов. Значит, если кто-то стал бриллиантом, голубым бриллиантом, зеленым, пурпурным, красным, черным, да хоть каким бриллиантом, он получает также по старой схеме 70 на 30. С одной стороны, он получает T-Cash, с другой стороны, этому партнеру открывается возможность те 30%, которые он получил, равномерно для своей активации, для своей компрессии применять. Да, не в один день это все, ну, а со временем. Но опять же, у каждого своя разная стратегия. Также мы сейчас сделали компрессию. Что это значит? Компрессия позволяет для активных партнеров. Активный партнер – это тот, кто пригласил в первую линию одного, минимум одного, который купил на минимальный продукт, в данном случае – сейчас 107 евро, значит, вы можете сами приобрести из T-кэша или из кэша, или вы можете сказать: ничего не хочу приобретать, я лучше приглашу новичка, который будет со мной вместе работать и составлять мою команду. Поэтому именно это дает активность. Что дает еще активность? Это она открывает компрессию. Компрессия дает возможность поднять из не только из 11 уровня, из 20, из 60, да из любого уровня комиссию к вам. Если вы активны, а под вами партнеры не активны, потому что они забыли, не хотят, ушли или еще что-то, то все комиссии проходят мимо них, потому что, ну, кто не активный, сам виноват, приходят к вам, к тем, кто активен. Дальнейшее наше сейчас развитие — это будут наши пулы, над которыми мы очень активно работаем, и которые, когда они сейчас заработают, вы увидите, насколько они, это мощный инструмент для того, чтобы действительно получать большие серьезные чеки. Для тех, кто активен в нашей компании, это будет, ну, возможность в месяц зарабатывать, ну, очень большие средства. У нас раньше был классный бонус, это Fast Start бонус. Человек, когда только приходил, становился новичком, он стартовал, делал 5000 оборотов в первой линии и зарабатывал двойную комиссию, которая была всего лишь один раз, возможно, имела возможность заработать. Он мог ее один раз в жизни только получить, и она была ограничена на 1000 евро. Сейчас это не так. Это значит, что если вы новичок, приходите, начинаете работать с нами, и все, что вы сделали свыше 5000, вы получаете на это двойную комиссию в первую линию, это значит 20%, которые идут вам напрямиком в кэш. Значит, если вы сделали оборот в этом месяце 10 тысяч евро, вы заработали 2 тысячи евро в кэш. У нас, если мы посмотрим на командный бонус сделан, если наши комиссии считаются из 11 уровней, то командный бонус считается на всю глубину. Это сделано для того, чтобы вы могли быстрее и удобнее достигать ранги. Ну, скажем так, они и до этого так были, просто об этом никто не знал. Еще, да, мы работаем над новым типом бонуса, скоро мы порадуем вас новым типом бонуса. Мы его сейчас описали, я думаю, что неделька нам нужна, чтобы его внедрить, и потом, я думаю, что вам будет работать еще интереснее. Что касается нашего
PLC Secure Box. Мне очень часто спрашивают, что же мне делать, я хочу в Праге, у нас же в Праге 17-18 мая намечается ивент, два ивента для даймондов и для всех партнеров, кто приобрел билеты или имеет доступ на этот ивент, потому что он участвовал в акции. Игорь, кстати, пока мы здесь, мы квоты для бриллиантов еще не определили. Давай на сегодня задачу эту поставим. Я хотел сегодня на вебинаре это озвучить, но, к сожалению, пока еще мы не определили квоты для бриллиантов. Какие бриллианты? Потому что на наши бриллианты, они имеют полностью бесплатный доступ на оба этих мероприятия. На первое это Diamond Award. Мы сейчас немножко его переназвали, потому что немножко поменялась концепция в связи с непропорциональным ростом. Дело в том, что количество бриллиантов. Дело в том, что у нас в ноябре было 180 бриллиантов. 150, чтобы вы понимали, в Дубае у нас на сцене было 150 бриллиантов, и всего было 155. 5 бриллиантов не смогли приехать. И с марта до ноября у нас прибавилось 30 бриллиантов, стало 180. Потом началась вот эта акция, которую я вам ее подарил, и вы не представляете. В нашем платинкоине сейчас 300 бриллиантов. 300. 120 бриллиантов выросли буквально за эти несколько месяцев. Конечно, мы вообще не ожидали 300 бриллиантов. Это только всех бриллиантов. Я не говорю о том, что те бриллианты, которые были, например, простыми бриллиантами в Дубае, они сейчас голубые, зеленые, пурпурные или даже красные, или даже черные. Поэтому рост еще между рангами мы даже не учитываем. Мы просто говорим статус какого-нибудь бриллианта. И это очень хорошие цифры. Это то, что действительно нас очень радует. Но за несколько месяцев это колоссальный рост. Чтобы вы понимали, насколько усилилась компания, насколько мы начали быстро расти. Параллельно, конечно, к нашей комьюнити сейчас подсоединяется наш мессенджер. Мы подходим к 200 тысяч зарегистрированных пользователей нашего мессенджера. Знаете, это практически вся комьюнити уже PLC. И только 20-25% действительно мы видим пересечение. 80%, там 70-80% абсолютно свежая новая аудитория, которая сейчас узнает о нас. С мессенджером у нас есть свои планы, мы о них скоро вам расскажем. Мессенджер сделает вам еще большой-большой приятный сюрприз. Да, будет ли видно проплаты по структуре ниже 11 уровня? Да, если будет включаться компрессия, значит, конечно, вы будете видеть эти проплаты ниже 11 уровня. Вы будете видеть, что вы получили, с какого уровня, что вам прилетело. Единственное, смотрите, я практически двое суток немножко так не получилось выспаться, поэтому если чуть-чуть я переспрыгиваю между темами, мне ж сильно не сердитесь. Поэтому так бывает, когда летишь с одного конца света в другой, плюс, конечно, перелеты и смена часовых поясов. Вообще-то я еще сплю. Что касается нашей акции, друзья, у нас сейчас все просто. Сейчас я вам ее покажу. У нас намечается в Праге ивент. Классный, просто будет умопомрачительная вещь. Мы готовим к ней особенный сюрприз. Мы хотим пригласить наших мерчантов, да, наших партнеров, у которых есть свой бизнес, которые так и так туда приедут. И мы сейчас готовим программу, как пригласить их туда, чтобы они смогли разместить свои стенды какие-то, свои, может быть, какие-то флайеры, роллапы, которые можно будет поставить. И. Так что мы сейчас это сформулируем все на блоге, но вы, чтобы уже понимали. Дело в том, что мы внедряем в Европе платинкоин как платежное средство. И мы заключили очень классный контракт с одним из
По-русски столько слов мне не хватает. Опять же, будут специальные приборы, которые могут принимать ПЛЦ в Европе за любой товар. Подключить можно, не знаю, можно булочную, автосалон, парикмахерскую, спа, да хоть что. В Европе это легально, и мы собираемся это сейчас применять. Как это будет, мы вам чуть-чуть попозже расскажем, но я хочу показать вам, что как минимум в Европе применение PlatinCoin начинается. Вы пока, может быть, себе не можете четко под этим что-то представить, но уверяю вас, в ближайшее время, максимально в тот день, когда вы будете на ивенте, вы увидите сами, сможете сами все проверить, как это работает. Так что обязательно, если едете на ивент, берите с собой кошельки, берите с собой коины, их будет на что потратить. Так, и что касается нашего ивента. Друзья, мы продлеваем, ну не то что продлеваем, у нас было сейчас примерно 10 дней такого промежуточной паузы, которая была связана именно с переездом на новую технологию. Поэтому из-за этого мы акцию ровно на 10 дней продлим. Вот с сегодняшнего дня, но опять же, там мы не сегодня стартанули, там, скажем так, с момента старта мы эту акцию ровно на 10 дней продлеваем. Через 10 дней, друзья, этих сладких условий не будет. Вот ту акцию, которую вы сейчас видите, а конкретно 5350 дается 7 бесплатных минтинг юнитов по 107 и бесплатный бокс и тикет. Эти условия, они настолько сладкие и классные, что ну, сейчас все их используют, стараются выбрать именно эти бонусные продукты. В 10-тысячном так еще круче, там вообще 15 таких продуктов, 15 по 107, плюс бесплатный PLC Secure Box и платиновый билет, это значит вы бесплатно приезжаете в Прагу, забираете этот бокс, и я вам хочу сказать, что наши боксы в том количестве, которым мы заявили, они уже печатаются. Мы скоро покажем вам лайв включение, во всяком случае мы очень на это рассчитываем, команда уже готовиться, чтобы поехать на завод конкретно, и чтобы вы увидели, как они производятся. И вы же уже знаете, что 10 наших топ-лидеров успешно пользуются уже этими боксами, они стоят у них дома. Ну и эти боксы, понимаете, они будут доступны только нашему сообществу. Не сможет никто другой ими завладеть. Только участники PlatinCoin смогут владеть этими боксами. Если человек с биржи вдруг услышит и захочет ее где-то купить, но только вы ему сможете продать, нигде в другом месте он ее достать не сможет. Поэтому, друзья, если у вас нету еще бокса, а таких много, я знаю. Я знаю, что суммы здесь приличные. Я знаю, что 9 тысяч это большая сумма. Но, друзья, это то, что вы закладываете в этот бокс. Эти деньги, по сути, вы просто переводите в PLC на какое-то время, и вы заряжаете этой суммой полностью свой бокс, а точнее даже больше, чем эта сумма, потому что в 9951 пакете, 51 евровом пакете уже заложено почти больше, чем 60% дополнительной мощности, это значит на 60% больше будет PlatinCoin'ов, которые производит наше оборудование, плюс 15 еще раз по 107, это еще практически 20%, 18-20, и конечно сам бокс, потому что пустой, ну кому он нужен? Пустой бокс, если в нем ничего нет, пустой бокс ничего не производит. Представьте, у вас есть сейф в швейцарском банке, на который падает 10% на все, что вы туда положите, а вы туда ничего не положили. Сколько он даст? Ноль. Ничего даже швейцарский банк вам не даст. Поэтому, друзья, это в принципе инвестиция в вас самих. Это бокс, который дает мне бесплатно, который стоит сейчас 6 тысяч евро. Вы увидите, что скоро он поступит в продажу, и никаких скидок на него никогда не будет. Но, скорее всего, он будет еще дорожать. Потому что когда мир увидит, что это такое, когда вы начнете пользоваться, он будет стоять дома, вы зарядите его просто до отказа коинами,
И вы увидите, как каждый день он вам дает и дарит, и дарит, и дарит. Вы расскажете об этом всем. И эти все захотят тоже этим владеть. Но это будет, скорее всего, не так-то просто, потому что этот бокс пустой, без всего будет потом стоить 6 тысяч. Поэтому эта акция сейчас ровно на 10 дней мы ее продлили. Это 13 до 23 марта. И потом, друзья, эти условия окончательно уйдут. Вот. Таких сладких условий больше точно не будет. Поэтому, если вы еще не закупились, послушайте моего совета. Просто вам этот бокс необходим. Не потому, видите, мы его бесплатно вам отдаем. И те люди, которые им сейчас пользуются, они не понимают вообще еще, что у них есть. И когда наша полностью стратегия начнет работать и развиваться, а она уже работает на пражском ивенте, мы покажем бизнесу, что левая графика, это то, что крипторынок сейчас делает. Он не дает им работать. Да, сейчас в мире около 500 тысяч компаний, которые принимают, 500 тысяч компаний, которые принимают какую-то криптовалюту. В основном биткоин, эфир или какие-то сильные криптовалюты. В основном биткоин. Но если мы сравнимся с количеством предприятий в мире, которые могли бы принимать крипту, это вообще там маленький процентик. Наша задача, почему? Потому что колебания сильные, это самый большой риск для компании продать товар за 10 тысяч, а потом он будет стоить только 3, потери, расход, банкротство. Компании боятся. Я хочу, чтобы наша комьюнити вместе с нами, мы внедрим монету, которая будет полезна бизнесу. Вот наша самая основная цель. Конечно, мы хотим, чтобы людям это было полезно. Но как будет это полезно людям? Люди используют услуги, товары. Мы все звоним, платим, пользуемся светом, там, электричеством, мы ездим на такси, мы делаем многие вещи. И в конце концов у нас есть инструмент, это деньги, которыми мы платим. Деньги просто так дома, ну кому они нужны? Ну лежат и лежат. Деньги нужны, чтобы что-то с ними делать. Платить, переводить, кушать на них или еще что-то. Да, куда-то ездить, использовать. У денег самое важное их свойство – это легкое и выгодное использование. Много денег можно хорошо использовать. Нет денег – не можешь использовать, не можешь получить блага от жизни. И наша задача – сделать бизнесу доступ к монете, чтобы им это было безопасно, дешево и быстро. Ну, выгодно. А когда подключится бизнес, люди сами придут, потому что у каждого бизнеса какая задача? Генерировать публику, генерировать клиентов, генерировать трафик, охваты, и бизнес вкладывает это деньги. Поэтому люди же просто так деньги не вкладывают в то, чтобы что-то рекламировать. Люди потребляют, а рекламируют бизнес. Поэтому мы сейчас идем, мы нацеливаемся на бизнес, вы увидите, что скоро за ПЛЦ можно будет купить да что угодно. Ну, хотя бы на территории Европы, потому что на территории, например, русскоязычного пространства есть еще свои ограничения, но они тоже скоро уйдут. Пока мы в Европе все инсталируем, пока мы в Европе внедряемся, зарабатываем имидж, вы увидите, что и в России, и на Украине, и в Казахстане откроют возможности расплачиваться криптой, тем более мы точно знаем, как это выгодно сделать. Я уже говорил, что у коина у нашего будет несколько фаз. Я вас уверяю, мы через все их пройдем, и вы увидите, кем мы станем в конце пути. Мы только начали. Наш первый год на бирже, наш первый год на рынке, наши первые там несколько сотен тысяч партнеров. Мы только начинаем расти. Если я возьму даже тот же биткоин с 2008 года, ну хорошо, официально там с 2009, то этому парню 10 лет. 10 лет. Вот, практически как мой средний сын. Так что, друзья, там и они находятся недалеко, не дальше, чем мы. Дороже, да, но не дальше. Ну хорошо, чуть-чуть дальше. Соглашусь с вами. Опять же, у них много стадий уже пройдено. Где-то были выявлены ошибки, слабости технологии. Поэтому мы смотрим на них, учимся, стараемся сделать лучше, быстрее, интереснее.
Понятно, что мы только в начале, но такой рост сложно остановить, и работая в абсолютно прозрачном легальном поле, мы чувствуем себя очень-очень комфортно и очень-очень свободно. Так, да, биржи заработают в начале мая или после ивента. Биржи заработают от середины до конца мая. Ну, таков план. У нас, почему таков план? Дело в том, что очень важно, после того, как мы 18 числа выдадим боксы, проверить, как это все работает. Мы не можем подключиться, не оттестировав нашу технологию. Посмотрите, какая была ситуация, когда мы выдали первые 10 боксов. Мы нашли, ну я не знаю, наверное, несколько сотен багов. Вот прям сотен, сотнями ошибки шли. Потому что, ну, это наша технология, мы ее разработали. И в конце концов, не на кого нам посмотреть, не у кого скопировать, у кого, как работает у конкурента, а вот здесь, нету накопленного опыта, все делается в первый раз. Вспомните iPhone, который был первый, ну это же была просто катастрофа, виз не работал, так это iPhone. Какой iPhone сейчас? Красавчик, да? Одно удовольствие им пользоваться. Поэтому каждая технология проходит эту ступень. Мы сейчас должны выдать 3000 боксов. Поверьте мне, это совсем другой челлендж, да, другой вызов. Я уверен, что у нас также будут какие-то баги, также будут какие-то проблемы. Поэтому мы берем две недели для тестирования, чтобы также никого не злить. Люди приедут домой, подключат, мы это все увидим, они накидают нам тикетов в суппорт, расскажут о сотнях проблем, и это будет очень здорово, потому что каждую проблему мы потом обработаем. Нам нужно, чтобы сеть работала как часы, чтобы мы настроили это количество, зафиксировали и полетели, взяли все в работу и полетели в то направление, в котором мы задумали. Сможем перевести из доступного все коины в бокс. Из доступного можете переводить все в бокс, и в этот же момент они начнут созревать, и как только они созреют, они начнут приносить вам коины. Друзья, у нас у нас прошло с дубайского ивента практически год. Максимально за 24 месяца мы стараемся намного быстрее это все сделать. Вы получите все ваши балансы. Представляете, вы положите их в бокс, забьете его до отказа, и вы сможете, и он будет работать всегда. Вот он будет просто всегда. Если вы возьмете еще наши продукты, гарантийные продукты, которые мы сделаем классно, мы на этих продуктах ничего не зарабатываем. Эти продукты идут чисто для вас. Да? Мы их сейчас разработали, на них поставлена галочка, мы скоро запустим их в реализацию. Этот продукт даст вам минимум 25 лет гарантии на ваш бокс. Вы представляете? 25 лет. А это просто мы юридически имеем право говорить только про 25 лет. А на самом деле та модель, которую мы закладываем, она позволяет намного больше это все делать. Но пока не можем мы об этом сказать. Но фактически так оно и будет. Вы увидите. Отели будут представлены тем, кто не Diamond, или самим искать, друзья. Всем все равно искать все самим, потому что кто-то хочет жить в пятизвездочном, кто-то хочет в трехзвездочном, кто-то останется у друзей, кто-то вообще утром приедет, вечером уедет. Различные есть стратегии, поэтому мы туда не вмешиваемся, это слишком большая логистика. Все, кто едет, обеспечивает и заботится сам. У нас есть несколько предложений со скидками, мы их буквально, вот, Игорь, запиши, пожалуйста. Это нужно опубликовать в блоге или в чатах, надо это все обговорить с нашим маркетингом и опубликовать. Там можно купить дешевле. Насколько дешевле, я не знаю, потому что все познается в сравнении. В всяком случае, наш провайдер так говорит, что там дешевле. Когда в мессенджер можно свои посты и фото выкладывать на айфоне, друзья, у меня iPhone, и здесь все выкладывается спокойно, все хорошо. Так, когда цена на Битфорексе подтянется к остальным биржам? Разница в два раза, хотя объемы там не самые высокие. Да, друзья, с биржами, биржей это еще та история, к сожалению, так как рынок нерегулируемый, мы сейчас, дабы не распространяться ничего, мы увидели там, конечно, много чего происходит, мы делаем из этого конкретные выводы,
наружу пока не распространяемся, смотрим и очень-очень ждем регуляции. Очень-очень ждем, потому что, ну, скажем так, регуляция приносит честные правила на рынок, и есть вещи, которые мы не можем контролировать, и регуляция помогла бы нам с этим успешнее справляться. Но не забывайте, у нас есть два топ-секретных проекта, о которых я не говорю, так что у нас есть еще и план Б и план С, которые порадуют вас очень-очень сильно. Когда будет двухфакторная аутентификация, задача поставлена, сейчас мы разберемся с пулами, потому что, я думаю, пулы ждут вообще все, чтобы мы уже закончили с нашей сетевой частью, плюс новый бонус, я думаю, вообще всем понравится. Мы были в созвоне с лидерами, они представили мне возможность дополнительного бонуса, о котором я не думал, просто вот у них такой обширный опыт, он мне очень понравился. Я думаю, что этот бонус понравится и будет по душе очень многим. По подарочным минтинг-юнитам не волнуйтесь. Дело в том, что у нас просто обновилась технология. Она обновилась, и сейчас у нас была такая... Мы переезжаем на блокчейн. Наша вся технология, все минтинг-юниты, все наши продукты переезжают на блокчейн полностью, чтобы у всех регуляторов, у всех аудиторских контор вообще не было никаких вопросов, что где-то что-то компания может вмешаться или еще что-то сделать. Мы полностью на децентрализованную прозрачную технологию перебираемся. И те минтинг-юниты, которые были, когда они, к сожалению, не приспособлены были работать с данной системой. Но мы, как сказать, не предусмотрели этот вариант. Думали, что в принципе он должен совпасть, а он взял и не совпал. Так бывает в технике. Поэтому они остановились. Но решение найдено. Мы полностью работы все провели. Задача стоит в очень высоком приоритете. Скоро все эти минтинг-юниты заработают на новой технологии и будут работать все обещанные 36 месяцев. Вы не волнуйтесь, просто чуть-чуть, вот видите, задержка, много слишком задач. Задачи все сложные, так как мы не имеем дело с блокчейн-технологией. Любое вмешательство, оно настолько сложное, это не просто там в коде поковырялся, и вот здесь чуть-чуть мы что-то изменим, там все отвалится. Это очень сложная технология, недаром в мире есть там пару десятков всего действительно классных экспертов, которые в этом разбираются. Мы вырастили своих, очень таких мощных ребят, которые разбираются в этом прям от А до Я, да, с нуля и до ста. Поэтому, друзья, все будет нормально. Все подарочные вещи, которые мы вам дарим в качестве акции, они будут работать как обещано. Вы ничего не потеряете. Чуть-чуть задержка, да, но в перспективе нескольких месяцев, лет, это несущественный сдвиг, если оно будет действительно все на блокчейне работать, и вам вообще не нужно будет беспокоиться, что что-то где-то как-то все на блокчейне работает. Да, друзья, 10% на PLC, которые находятся в пеннинге, в дэшборде. Друзья, в связи с вот этими работами со всеми сдвинулся у нас график, мы эту задачу помним, и в скором времени, вот сейчас только, вот мы завершим вот эти все просто настолько глобальные большие работы. Сейчас, если мы еще этим начнем заниматься, где-то что-то опять там съедет или, как сказать, задержится. Мы хотим избежать всевозможных задержек, поэтому наша задача сейчас завершить все работы. И уже потом, следующим шагом, мы сделаем и эту задачу. Друзья, просят здесь сделать переводы между аккаунтами. К сожалению, это сделать невозможно, потому что это прямое отмывание средств. Мы в такие игры не играем. Поэтому, друзья, никаких переводов между аккаунтов не будет. Продукты, которые мы объявим в Праге. Вы же знаете все наши продукты. Давайте я вам их включу. Вот наши продукты, над которыми мы работаем. Это еще не все, но есть и несколько продуктов, которые здесь не указаны. Мы хотим немножко сохранить вам чувство сюрприза, потому что может быть какой-то продукт, который мы надеялись быстрее сделать, там задержится, а тот, который мы думали задержится, сделается быстрее. Давайте немножко, продукты будут классные. Мы покажем вам Platincoin в действии. Вы приедете в Прагу,
вы увидите, как легко взять телефон и использовать его так, как мы задумывали. Вспомните наше видение. Как мы говорили, мы хотели сделать что-то, что дорожает, на что можно что-то купить, товар или услугу, которая всегда становится все дешевле, дешевле и дешевле. Мы, если мы берем простые деньги, то все для нас дорожает. Ну, дорожает, дорожает питание, дорожает образование, дорожает все, что мы, электроэнергия, арендная плата, все дорожает. В этом мире всегда все становится дороже. Мы, когда начали разработку PlatinCoin, наше было видение сделать платежное средство, сделать монету, которая используется, которая делает вам фактически все, что вы хотите на нее купить, дешевле. Чтобы цены пошли, начали падать по сравнению со всем остальным. И мы идем к этому вижену до сих пор. Не только, понимаете, большинство людей, они хотят спекулировать с криптой. Друзья, ну, можно спекулировать. Спекулируйте на здоровье, но большинство людей хотят использовать. Смотрите, у нас есть 500 тысяч, пусть 500 тысяч предприятий в мире, есть, которые принимают крипту. Вы понимаете, что практически никто криптой не платит. Они не используют ни биткоин, ни эфир. Почему они не используют? Это все логично, потому что я сегодня его потрачу, а завтра он в два раза вырастет. Помните историю там с пиццей и тому подобное? Дорого, много отдаешь, завтра он вырос, и все. Люди не для этого его покупают, чтобы использовать. Они хотят на нем спекулировать. Но мы хотим сделать коин, который имеет не только спекулятивные вещи, у него должно быть, у спекулятивного коина есть всего одна функция, да, утилити. Все, стейбл, на нем сильно не поспекулируешь. Платежных коинов практически нет, payment коинов, да, security коинов тоже практически нет, да и листить их негде, да, и никак не использовать. Поэтому мы работаем над тем, чтобы вот эти все четыре свойства в наш коин, в нашем коине объединить. Да, мы сейчас просто утилити коин, мы можем вылететь наверх, мы можем упасть. Это есть, это свойство у валюты, оно есть, да, у криптовалюты. Теперь наша задача придумать что-то, что эти свойства обходит. Да, это же системы, все системы можно обмануть. Можно их переиграть, перехитрить, сделать такую стратегию, которая не позволит падать. Просто, ну, к примеру, было 100 миллионов монет, стало 10 миллионов на рынке. Всем понятно, все, курс пойдет наверх, падение прекратится, его вообще никогда не будет, а если или миллион монет. Ну, я просто сейчас утрирую, я просто хочу вам показать, как из данности можно сделать стратегию, и она начнет работать. Что бы кто ни говорил, система начнет работать. Включится другая, более усовершенствованная система. И вот мы сейчас работаем над тем, чтобы создать систему, которая позволит вам не бояться, что коин там вырастет там за день, за два, в 100 миллионов раз, и вы можете спокойно его использовать. И не будете бояться за него, потому что вы знаете, у вас дома стоит бокс, который вам завтра столько же нагенерит. Или на следующий месяц, или за этот год он нагенерит вам в два раза больше. И вы сможете, это войдет в реальное использование каждый день. И вы реально почувствуете облегчение. Это как будто у вас удвоится, утроится, вырастет зарплата в 10 раз. Вот к чему я хочу привести нашу монету. Не только, понятно, вот это развитие, посмотрите, 1000%. Конечно, оно классное, оно будоражит фантазию. Но вы посмотрите на слева и направо. У биткоина тоже такое было, у эфира такое было, и что? Это не постоянный эффект, невозможно обмануть экономику. Нужно сделать систему, которая работает лучше. Мы смотрим на это и учимся. Чтобы добиться результата, нужно научиться, получить навыки, отработать их и добиться результата. Какой у нас результат? Результат: монета не должна упасть, раз. Монета должна расти, два. Медленно, быстро она должна расти. И третья: монета нужно пользоваться, чтобы ей люди пользовались и бизнес пользовался. Вот наши результаты. И теперь мы понимаем, какие нам нужно знания получить, какие навыки сделать там системы, и как людей этому тоже научить. Это очень важно. И, конечно, это невозможно сделать за один день.
Мы очень сильно стараемся, чтобы результаты говорили за себя. Сейчас придут новые продукты. И вы увидите, что в конце концов мы должны убедить рынок, что мы классные. Как только мы начнем убеждать бизнес, бизнес убедит всех остальных. Вот, вот в чем идея. А бизнес увидит. Вот смотрите, наше развитие. Стабильно. Это функция стейблкоина. При том, что мы выросли в 5000 раз. Ничего себе, покажите мне стейблкоин, который в 5000 раз вырос. Невозможно такого сделать, потому что стейбл чем-то подтвержден. И мы эти функции все внедрим в нашу монету. Да, двухфакторную аутентификацию я советую всем дождаться. Никуда никто ничего не убежит. Да? Вы увидите, что вы и через неделю, через две, через четыре точно так же все выведете. Мы ничего держать не будем. То, что наша технология производит, оно все ваше. Оно все пойдет к вам. Поставите кошельки, все выведете и будете использовать. Быстрая выгода, она конечно, приятная. Вы знаете, как пришло, так ушло. Наша задача сделать так, чтобы у вас у всех большое количество, у вас же огромные балансы. Иногда по 10 тысяч, по 50 тысяч и больше PLC-шек. Да, дело в том, что выплат стало столько много, что мы бьем сейчас практически все лимиты адвокэша. У них, оказывается, тоже внутри лимиты есть. И на самом деле это нехорошо, когда у нас еще там 5, 7, 10 рабочих дней, а адвокэш ничего не дает нам делать, потому что мы все лимиты превысили. Поэтому нам нужно срочно было уменьшать количество транзакций. И первое, что очень хорошо работает, мы просто, чтобы уменьшить количество транзакций, мы убрали все 5, 10, 50 и все остальное. Человеку нужно накопить чуть-чуть, да, чтобы вывести. Ну, потом по-другому никак, иначе система, она виснет, ну как виснет, в том плане, что она нас блокирует, и мы остаток месяца не можем работать, а это плохо. Потому что и к нам ничего не приходит, не только мы не можем отослать, но и к нам еще ничего не приходит. А это очень плохо. Мы разработали стратегию, как завоевать азиатский рынок. Мы в Европе очень сильны. Восточная Европа тоже очень сильная. Вы видели, что мы пошли сейчас в латиноамериканское пространство. Мексика там вообще бьет все рекорды наравне с практически уже со Швейцарией, с Германией. Но если, например, в латиноамериканском никаких дополнительных требований, то с Азией все по-другому. Там нужно иметь компанию. Если у тебя нет там компании, у тебя начинаются проблемы. Поэтому, чтобы у нас проблем никаких не было, у нас там есть классная, быстрорастущая компания. Поэтому я же постоянно говорю, смотрите, друзья, мы не просто уже какая-то одна компания, мы группа компаний, которая работает практически уже, ну, я не знаю, и в Европе, и в Азии сейчас у нас, и в Восточной Европе, Дубай. Ну, очень много, даже больше, чем сейчас представлено. И каждая компания, она выполняет определенные функции, ну, потому что вы не должны забывать, в какой бранже мы работаем, да, в каком рынке мы работаем. Там не все так просто, как, например, если другие компании, которые продают, не знаю, там, порошки или еще что-то, и даже им, да, получить там лицензию надо, третье, десятое, хранение там, или еще что-то, у них свои проблемы. У нас и там свои вызовы. У нас вызовы заключаются в том, что в каждой стране разрешены определенные действия, определенные неразрешены. И мы делаем, можно сказать, такой большой холдинг, который впоследствии полностью объединится, и каждая функция, например, разработка там Швейцария. Это, ну, вот так повелось, что Швейцария у нас только разработка, там ничего нет, кроме разработки. Потом идет, например, Дубай. Дубай, там мы перенесли все продажи на Дубай. Все. Дубай – это продажи, это бухучет, все-все-все дела. Потому что проще, потому что там процедуры все намного проще, легче, быстрее, дешевле. Вы видели, когда мы были в Европе, НДС был, да, 20%. Ну, вспомните, это же не просто все было. Сейчас мы все время оптимизируемся, чтобы вам было выгоднее, дешевле, удобнее. Ну и нам, конечно, было легче расти, развиваться, чтобы нигде мы не сталкивались с какими-то трудностями, потому что трудностей хватает. И действительно, чем больше мы становимся, тем легче нам работать, тем,
тем больше рынков мы открываем. Это все просто, вы не удивляйтесь, у нас через какое-то время и эта компания станет придаточной, которая, когда мы азиатский рынок откроем, пойдем, например, в другую, если нужно будет работать еще с какой-то новой компанией, мы будем работать с новой компанией именно в целях открытия рынка. Мы сейчас нацелены на Азию. Азия у нас вообще не работает. Понимаете, Азия вообще не открыта. Это самый большой перспективный рынок. Ну, помимо Америки, Америку сейчас нельзя трогать. Но и в Америке все будет нормально когда-нибудь, поэтому все хорошо. Что значит открыть платежную систему? Я вам скажу, что платежную систему, чтобы открыть, нужно полностью влиться в фиатный мир. Это лицензии, это разрешение, это очень сложно. Мы же вначале, вы помните, мы начали этот процесс, мы до сих пор в нем находимся. А сколько лет уже прошло? Мы работаем в этом направлении, у нас есть наработки, решения, плюс не забывайте наше приложение, которое мы анонсировали несколько раз, что это будет. У нас есть крутые наработки, крутые проекты, которые, к сожалению, не родились в один день, когда мы запустились. Они приходят с опытом, они приходят тоже, знаете, иногда нужно просто, чтобы повезло. Вот мы куда-то идем, куда-то бежим, раз и повезло. И классно, да, и мы хватаемся за эту возможность, мы покупаем какие-то компании. Понимаете, я участвовал более чем на 15 международных конференциях. Мы просмотрели тысячи проектов, понимаете, проанализировали тысячи блокчейн-проектов. Из них мы нашли классные. Мы купили там доли, мы вошли в эти проекты, мы закупили технологии, мы сделали контракты, партнерства, кооперация. Это сейчас все начинает давать свои плоды. Нам этот год, вот когда мы с марта до сейчас, он нам нужен был. Вы же видите, я вообще не бываю на месте, я постоянно где-то. Но я же не на пляже лежу, не загораю. Посмотрите, я же не загорелый. Мы работаем. Мы действительно каждый день 5-6 встреч в разных городах, обсуждаем разные стратегии. Какие-то сделки срываются, какие-то дают новые, да, пока мы договоримся, пока мы встретимся, все занятые люди. Поэтому здесь идет процесс, и за это короткое время мы очень многого достигли. Поверьте мне, мы просто красавчики. Вот просто то, что мы сейчас принесем на рынок, то, что мы покажем людям, вы увидите, что вам столько никто никогда не давал. Вот вы посмотрите на последние свои 10 лет, и вы увидите, когда... Вот мы вот все вам отдадим, вы увидите, как это работает. Вы просто вспомните мои слова, что кроме Платинкоина никто никогда вам столько не давал. И, наверное, не даст. И это не потому, что... Потому что не бывает такого в мире. Мы это делаем сами для себя. Мы просто собрались вместе, придумали крутые вещи и реализуем их. Все говорят нам, вы что, ребят, ну, опомнитесь. Мы говорим, мы опомнимся, когда все сделаем. Когда все начнет работать, когда все полетит наверх, мы опомнимся. Но только в другом мире. Очнемся в более прекрасном и счастливом мире. Вот к этому мы стремимся. Мы же все хотим большего. Вот вы хотите, я хочу, чтобы нам становилось больше, лучше, комфортнее. Но оно просто так не становится. Бесполезно. Нужно действительно пахать. И вот мы пашем. Вы же видите... Мы действительно пашем. А рынок настолько сложный, настолько перспективный, настолько и сложный. И куча рисков, куча опасностей и для нас, как для компании, и для коина, и для всего. Раз рынок упал. Да, вот смотрите, вот опасность, 200 коинов в день примерно умирает сейчас каждый день. Представляете, сколько? Вот просто умирают. Или в банкротство, или умирают. Вот самые сильные из них. Посмотрите на их развитие. Это опасность. Опасность для нас, опасность для всего. Что сделали мы? Мы придумали систему, которая работает плюс. И полетели. И я говорю, что в любой ситуации есть выход. Даже когда все падает, можно подняться. Из кризиса, биткоин из кризиса и родился. Вспомните, 2008 год. Как появился биткоин? Все банки полетели вниз, биткоин родился, да, криптовалюта родилась. Также и здесь, из самых сложных ситуаций получаются самые классные истории успеха.
все большие люди, которые достигли максимальных результатов, начинали из какой-то бешеной проблемы, из банкротства, из долгов, из да хоть из чего. И поэтому вот мы сейчас, на самом деле, мы начали свой рост, этот неимоверный взлет, из чего, что начал падать весь рынок. Начал падать весь рынок, а мы полетели наверх. И на самом деле, все, что для бранжа, для нашего рынка плохо, для нас оказалось хорошо. И сейчас видим, что вот все критикуют монеты, которые работают с нетворк-маркетингом, да, сетевым бизнесом. Друзья, мне кажется, 2/3 всего сообщества в крипту привели проекты с сетевой составляющей. Откуда они берутся-то? У криптопроектов денег нету. Нету денег у них. Ну, практически мало. Те, что фонды там инвестируют, это другая история. И вот я сейчас буду в Сингапуре, и я буду выступать, и я расскажу и в Сингапуре, и всем, что, друзья, а откуда комьюнити идет? Простые проекты улетают. Проекты с нетворк-маркетингом живут, процветают, развиваются, и за ними будущее. Я твердо уверен, именно поэтому мы выбрали эту модель, что именно наша модель живучая, что она, в конце концов, переживет любой кризис, любую проблему, потому что мы вместе, понимаете, наше сообщество. Вот почему мы взлетели? Я вам скажу почему. Потому что, когда все начало падать, люди пошли и начали покупать. Просто потому что они любят PlatinCoin. Они сказали, мы не допустим, мы даже сделать еще ничего не успели. А потом уже пошел апдейт. А потом, когда пошел рост, подключились трейдеры, и мы полетели. Потом подключились биржи, до сих пор, вон, посмотрите, что творится. Поэтому все классно. У нас есть на все эти вещи стратегия. И нету такого, что мы чего-то не знаем. Или вот завтра будет завтра, и что делать? Мы твердо знаем, куда мы идем. Стратегия на следующие 5 лет у нас расписана. Шаг за шагом. Почему мы не показываем? Да потому что у нас есть конкуренты, которые не должны некоторые вещи видеть. Хорошо, друзья. Значит, смотрите. Самая главная информация – это то, что до 23.03 акцию я продлил в данном виде в последний раз. Вот просто поверьте мне, ее в данном виде больше не будет. Даже, можете не просить, хватит. Вот, поэтому пользуйтесь по максимуму. У нас включилась Клар на сегодня. У нас есть банковские переводы на C2Cash, Payer, Bitcoin, Zafort для Европы. Поэтому, друзья, используйте по максимуму, потому что все эти цифры, которые вы видите здесь, в конце концов, вы направите их в свой бокс. Вы забиваете свой бокс до отказа именно сейчас с большим плюсом. Мы сейчас на такой серьезной войне, да, весь бизнес это, по сути, сражение с конкурентами, сражение за ресурсы, за охваты, за комьюнити. Это всегда так было, есть и будет, это звучит так, конкуренция. На самом деле конкуренция, она же и убивает, на самом деле. Поэтому это не просто слова, там действительно такой по-русски за серьезный махач идет. Поэтому и мы готовы ко всем вызовам. И мы их принимаем. Они, конечно, замедляют, они берут наши ресурсы, они занимают наше время, они связывают, наверное, нас по рукам и по ногам. Ну, что нас не убивает, делает нас сильнее, и мы идем. Мы должны расти, мы должны стать титанами. И в чем действительно счастье, понимаете? Счастье в решении проблем. Вот это я уже понял. Люди хотят быть, они спрашивают, в чем счастье? Понимаете, проблема может выбрать нас, или мы можем выбрать проблему. Так мы когда выбираем проблему, по факту мы соглашаемся на то, что мы будем ее решать. Да, когда проблема выбирает нас, у нас или мы ее решаем, или мы прячемся, убегаем. А здесь мы выбираем проблему, настраиваемся на то, что нам ее нужно решить, мы из проблемы делаем задачу, закрываем ее, и вот этот процесс, когда приходит решение, оно делает нас счастливыми. Да? Мы добиваемся результата, мы достигаем цели. Ну, во всяком случае, это моя интерпретация, как я на это все смотрю. Именно в процессе, в прогрессе, в решении проблем. Я вижу свое собственное счастье, что касается... Ну, вы сами подумайте над моими словами.
Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча live из Нью-Йорка ответила вам на многие вопросы, что вы увидели, что мы действительно работаем, что мы действительно развиваемся. Я думаю, что в следующие месяцы вы увидите у себя в кабинете, у ваших кошельках действительно серьезный финансовый результат.